Это гитара Heritage Golden Eagle. Гриф изготовлен из 5 кусков клена. Верхняя дека из цельного куска ели. Кленовые боковины и задняя дека. Одна ручка громкости. Один звукосниматель Benedetta. Накладка на гриф черное дерево. Подставка тоже черное дерево. Очень хорошая гитара для традиционных стилей джаза, может быть, акустического блюза. Наличие одного звукоснимателя, конечно, формирует звук. То есть достаточно уже готовый, без каких-то вариантов. Например, ритм. Но также может хорошо звучать с перегрузом. Достаточно убедительно. Несмотря на наличие такого специфического датчика. Это был Липкин Илья для Vintage Guitars.